Токио Сэгэ, буквально в двух шагах граница австрийская. Так что город полувенгерский, а полуавстрийский. Дух, конечно, интересный в городе. Очень напоминает мне Шопра. Жека сейчас будет наслаждаться песней. Интересные фонтанчики, там закрытые, там Thank you.
там немножко небо посвятить. Город Тёшек. И в каждом городе, вот, похоже, здесь своя крепость, такое, ну, место, с которого начинался город. Совершенно своеобразные. Каждая крепость как-то по-другому. Вот это ров был оборонительный, защитный. Защитный. Подъемные ворота. Это явно не вчерашнее.
разочарование просто без конца. Масса впечатлений, каждый город тут настолько самобытный. И даже какие-то разные переживания вызывают видение. Разные состояния погружаешься. На это что-то необычайное, вот, творение рук человеческих. Казалось, вот, что может испытывать автор вот от первого камня до вот этой вот верхушки, когда уже все сотворено. Это мощь. Это значит понедельник, вторник, третий день отпуска в Европе. Путешествуем. Да, пока все идет по плану.